К украинской политике. Уже через два дня мы с вами станем зрителями очередной серии парламентской драмы. Верховная Рада вернется к работе и сразу, что называется, в самое пекло – к пенсионной реформе. Напомню, в Кабмине заявляют, что позитивное голосование на следующей неделе по пенсионной реформе критически важно для того, чтобы уже в октябре пенсионеры получили повышенные выплаты, которые власть обещает еще с весны. Люди уже успели даже подсчитать, какие именно прибавки им положены. Да только депутаты до сих пор даже не добрались до законопроекта. О важности этого решения напомнили в МВФ. Во-первых, в фонде недовольны отдельными положениями пенсионной реформы. Например, по индексации выплат. Мол, в следующем году ее проводить не стоит. А во-вторых, заявляют, что без этой реформы Украина не получит очередной транш от фонда. Впрочем, пенсионная реформа – это только верхушка айсберга невыполненных обещаний. Что еще должны сделать депутаты, мы напомним вам в нашей короткой справке. Парламентские трудодни летят, а список обещанных, но не выполненных обязательств растет. Реформы переносятся не то что на недели, на месяцы. За многострадальную пенсионную, которую должны были принять в мае, теперь возьмутся в лучшем случае в начале октября. Медицинская реформа вместе с земельной ушли в необозримую перспективу. Еще одно из требований Международного валютного фонда – антикоррупционные нормы. Но тут уже есть повод для сомнительной гордости. Скоро будет первая дата, первая годовщина нерасширения полномочий НАБУ. Осторожные депутаты год никак не могут принять законопроект о прослушке. Никак не складывается у избранников и кадровый пасьянс. Ключевые ведомства у нас фактически обезглавлены. В ближайшие дни президент обещает подать в парламент кандидатуру нового главного банкира. Но подать кандидатуру – это еще не значит, что ее одобрят депутаты. С июня нардепы никак не могут выбрать омбудсмена. Не могут утвердить новый состав счетной палаты – органа, который должен контролировать выполнение бюджета. В канун обещанной большой распродажи нет председателя фонда госимущества. До сих пор не может избавиться от приставки ИО и руководитель Минздрава. А два министра Юрий Стец и Тарас Кутовой давно заявили об отставке. Но решений нет и по ним. Ведь, как гласит депутатская мудрость, нет такого срочного законопроекта, который нельзя было бы отложить. Ну, откладывать депутатам решение тем легче, чем активнее они будут применять новую схему с поправками. Вот как получилось даже не с законопроектом, а с талмудом по судебной реформе, за который коалиция взялась на прошлой неделе. В документе более 700 страниц, а к ним депутаты предложили еще около 4000 поправок. Рассмотреть их все, конечно же, не успели и продолжат уже на следующей неделе. Примерно то же может произойти и с пенсионной реформой, хотя сам законопроект довольно скромный. В нем всего 60 страниц, но и к нему прилагается более 2000 поправок. То есть, если рассматривать по процедуре, то голосование затянется.